Андрюхи. Андрюхи? Да, да. Андрюха, привет! Андрюхи с нами нету. А как Андрюхина фамилия? Василос. А, точно. Василос. Андрюхи, привет. Андрюха уехал в Грецию. Мы сейчас будем у него мед качать. И нас оставил. Ну, мы сейчас мед покачаем. Да. О, я вспомнил вопрос с прошлых видео, с весенней нашей поездки. Спрашивали, почему не выкучиваются пчелы с ваших ульев? Можешь ответить? Он не нагревается, вот даже можно потрогать. Нет, это что трогать? Я лично знаю, почему. Фольга, вот не нагревается. Потому что фольга внутри пенопласт, там термос, пчелы не могут выкучиваться. Просто из-за этого. А, ну, это, очень много такой распространенный такой вопрос по поводу платформ. Да. Люди просили, чтобы я, когда мы будем в следующий раз, а следующий раз наступил, чтобы по платформам чуть-чуть рассказать, показать. Давай тут... начнем, да, с оси, самое главное. Ось? Да, смотри. Короче, ось сама идет, и вот он даже диски, это все тракторного прицепа. Рессоры, вот они все. ПТС, да? Да, тракторный прицеп. Ага. Вот он срезается, вот чашки, чашка варится рама сразу, вот он профиль 10x5, варится рама квадрат, просто квадрат, можно ага. Оттуда будет, наверное, лучше видно, сзади. Вот он видно, вся рама, видишь, ее, вот оттуда рессоры тоже заснимет. Ага, ну я-то вижу, не знаю, как людям будет видно. Да, можно... Одна ось, все они у вас одноосные, все, да? Все одноосные. Двухосные нам не понравились, потому что двухосные дергает при перевозке. Ага. Вот когда по полю едет яма, да, первая ось падает в яму, и машина дергает за вторую, и получается дергание весь прицеп. А мы дали вес на ось, давит. Я понял. И... потом вот это вы отцепляете, ставите на упоры. Да, да, чтобы, да, он, ну, стоит шесть она, точек, вы можете вот, разные, да, да, уровень ставить. Да, высоту регулируется, без разницы, каждая лапа отдельно регулируется. У нас донкаты эти, реечный донкат, он поднимается очень просто, с земли берет. Тоже донкат, кстати, дома покажем. Если донкат. Не забудем, да? Да, рама потом вот варится по перечке, вот они тоже, профиль четверка. Ага. Вот их 10 штук, ну всю длину. А, ну он, да, эти. Да, варится. Потом на него кидаем уже пол и вот угольник. Угольник, как две лыжи идут. А, вот этот угольник. Да. Ну это чтобы вот улья не уплывали. Вот, да, они имеют опоры вот здесь, улья крепления. Вот оно, донышко никуда не уходит. Вот ага, оно идет. Да, ни вперед, ни в бок. На донышке вижу. Идут вот эти деревянные брусочки. И вперед. Кстати, между... А колеса, диски это? Сама диски и тоже тракторные. А, тоже тракторные. Да. Камеры поставили и сама резина 16C-шка. Ага. Бусовская. И между каждым ульем, вот, покажи. Между каждым мы заварили. Он не нужен между каждым, потому что... Вот, например, я здесь завязал ремень, потом где-то... Ну да, по ремни. 6 ремней идет на одну сторону. На одну сторону 6 ремней. Ремень стяжка. Ну, и давай повторимся. Тягаете вы бусиком, джипом? Да. Кенгу не тянет, не его? Кенгу тоже тянул, но... Тяжеловато отводки, чуть-чуть. Потому что... Ну, если по прямой, если не по горам, чтобы сцепление не... И сколько сюда... становится ульев? У моих восьмирамочных 24 штуки, есть 26, чуть-чуть длиннее. Но тягаете вы их без меда, откачанными? Нет, и с медом тоже. И с медом тоже тягаете? Да, тоже тянули, никаких вопросов. Перевозка на зимовку. Спереди можешь заснять, это как дышло, как заварено, кому интересно. Да, кстати, давай. Все углы косынки есть, вот. В смысле косынки? Вот засними укрепление, ну, сварщики все знают, вот они косынки. А, я понял, косынки в плане, восьмерка, да, я ставлю металл. Я сюда. Понял, вот, ага. Укрепляющие углы. Ну, прицепы вы все сами делали полностью, это не купленные. Нет.
Кстати, присваивать конструкцию не буду, потому что мы посмотрели у ребят бельца. А, ну я понял, это не патента нет у вас. Нет, нет. Смотри, да, здесь десятка этот швеллер идет. Да. Ага. Сюда тоже, вот он с ними как крюк заварили тоже. Потому что весь вес абсолютно идет сюда. Ага, и на весь вес. Это самое важное, вот укрепить вот сюда. Ага, ну в принципе, один прицепчик показали. А то прицепы. Да, то. Андрюхи то же самое. То же самое, тоже. Ну, еще вопрос. Вот это полностью хватает, вот этой сцепки. Ну. Да. То есть нормально. Ну да, ведь, короче, вес сюда получается. Смотри. Дышло, если увидеть этот ось, она у меня сдвинута на 30 сантиметров от центра. Назад. Назад. Для того, чтобы было давление. Давление на передок. На передок. И плюс еще вес швеллеров. Да, да, сам вес швеллеров, да. Как бы лучше, есть прицепы, где варили по центру, старались, чтобы он как не давил на ну, яблочко. Да, да, да. Но если он не давит на яблочко, на подъеме поднимает машину. Бус, например, да. У него задок в основном. Да, 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 да. Приподнимает, и потом начинаются проблемы. Самое лучшее, пускай давит немножко, машина чуть-чуть. Да, машина тогда будет. Зато едет, они на сцепке одинаково едут. Мягко, четко. Понятно, по прицепчикам. Ну, если что, я что-то вспомню, я спрошу. А вы вот тут стоите, тут стояли на подсолнухе? Да, тут подсолнух по кругу. Чисто все, подсолнух. Все, был сюда поля, а туда, с той стороны тоже поля. И Андрюхи. Андрюха, мой друг. О, и улики. А вот меня критикуют за то, что я иногда без спроса лажу по улям, говорят, ты... Правильно делаешь. Не, ну одни говорят правильно, другие неправильно. Вот это. Ну лазить не будем, хотя откроем. А что вот это за пирамида? Так хочешь открыть? Не, я просто хочу спросить. Ну, смотри, где было, вот сейчас с той стороны, как бы я пишу просто маркером, где была проблема. Те, что самые нижние, там были проблемы с матками. Вот ну, нижняя, это по три корпуса. Шла замена маток, да. Где получилась матка сразу, проблем нету. Сразу пошел, стартовал, нормально все. Где не получилось, вторая, третья, четвертая, так и остается. Там один вообще так до сих пор без матки, уже, наверное, трутовка. Я его просто уберу, вытряхну, и вместо него поставлю другую семью. Не хочет принимать. 6 маток убил, я ему больше не поставлю. Понятненько. Просто этот... У нас была Миннесота, и где была Миннесота, я ее все заменил. Вы с весны ушли от Миннесоты, да. Или уходите? Еще не полностью, еще. А по какой причине? По какой причине? Просто агрессивность и все. Из-за агрессивности. Остальное все. Агрессивность и роиливость. Миннесота. Роиливость небольшая у нее по сравнению с другими, но все равно не то, что Бэкфаст. Не то, что Бэкфаст. Угу. Ну, по прицепчику мы засняли. Прицепчики, я думаю... Да, идем, залезем, просто... посмотрим, мед есть, нет. Пошли. Просто многие спрашивали за прицепы. Да. Поэтому так... Держи. Так бери, снимай, что у меня этот... Шучный. Селенок нету. Поковыряем, да, конечно. Сейчас Дэн будет. Что, ты хотел пирамиду разбирать или что? Вот смотри. Да, видишь, матки не принимали, не принимали. Вот тут в этом приняли, этот уже все. И поэтому и вся проблема. Так, тут надо... А можно, вот давай ради интереса, неблагополучную семью посмотрим. Какой? Вот просто. Давай, вот, давай, давай, вот самый маленький. Сам, не, оставь. Вот открывай самый вот, маленький. Вот это неблагополучный. Смотри, самый неблагополучный, самый низкий. Тут вообще меда он не принес ничего. Да и мы не ставили корпус. Да, и мы не ставили, потому что тут тоже была проблема с маткой. А там написано уже что. Ну есть, сейчас матка есть. Матка есть, да? Мед он себе на зиму принес. Вот есть, можно поднять любую рамку, показать. Угу. Ты думаешь, сейчас посмотреть по засеку. Как бы эта семья уже будет зимовать. Всегда все на видео показывают самые лучшие, ну, как правило. Ну, конечно. А мы пойдем обратным путем. Давай. Ну, там матка есть. Ну, да. Я уже вижу, что там матка есть. Есть он, личинки, яйца, все есть. Сейчас, может, даже найдем ее. Трутень, смотри. Трутень, да, есть. Ну это ж, наверное, от штофана, да? Да. Нет, хотя это уже может быть не штофан. Она может быть уже. Так, а теперь давайте вернемся к обратному, опять же. Чего она неблагополучная стала? Там не было матки в какое-то Нет, время? Матки были. Я где у меня были отмечены, что Миннесота давил.
Менял. Маты. А, менял и потом, ну, в этом были, очень да, сложно принимали матки. Но у нас это было в прошлом году в Украине. Очень тяжело. Особенно неплодок били, очень жестко неплодок били. Ну что, нормально. Смотрите, расплодик, он засев. Ну смотри, видишь? Вот вытаскивают, да? Да. И вот, а ну давайте расскажите на камеру, что вот это вы там рассматриваете? Смотрим, что это. VCH, да, это которые они клеща вытаскивают, поэтому они распечатывают. Видишь пробелы? Везде дырочки, очень вычищены. Да, да. И вычищены, видишь, есть даже где засеянные. Не, есть, я вижу. Вчера знает, где клещ, распечатывает и вытаскивает, клещ выбрасывает. Ну нормально же это, пчелы есть, расплод есть, матка есть. Я просто меда уже принесла. Ну, чуть-чуть. Меда не принесла, не сильно семья так развилась, но... Ну, в зиму ж пойдет. Да, на зиму уже она пойдет, уже она на следующий год. А ну, верхний корп покажи. Что там? Сейчас посмотрим вверху. Вы прополис не собираете? Нет. Это затрата по времени. Не успеваю. Не, это не только затрата, это и лекарство для пчел. Зачем отбирать? Что такое прополис? Это защита их от болезней. Они сами защищают себя. Лишние можно взять, но вот так. И мед есть. Матку еще. И растет. Да, матку еще. Еще, еще. Где она? Ходит, бродит. Нет. Тоже засел тут. Ну, пчелы немного. Вот самая слабенькая семья. Конечно, пчелы сильно много нету. Только набирают. Ну, поэтому ему не ставили корпус под мед. Да, поэтому не ставили. Уже его оставили, но там пускай развивается дальше. Это, на так. Этот прицеп вот это самый слабый. А вот, этот принес из-за того вот парня. И среднего, среднего покажу. Все. Лишь укусила. Бакфаст. Я назад Денис, ходил, не падай с прицепа. Вот минус прицепа. Он не привык. Нижние бруски поснимай. Печатку. Темно. О, нормально. Как бы есть. Еще два магазина еще строили. А теперь самый ну и давай, самую ракету. На, разбирай ракету, показывай ему ракету. Не, ну это, конечно... Это полчаса. Так, еще раз. 1, 2, 3, 4 Я сбился. 1, 2 А там магазины по 6. 8, если считать полностью по корпусам. 6 рутов и 2. Теперь ставь, смотри, их, самый верхний. Ставь их стоя, чтобы видно так было. Так вот, я сейчас поднимаю, вот самый верхний. Вау, красота, только солнышко. Да, иди в сторону, чтобы вот сюда максимально. Ну не знаю, мне видно на камеру против солнца, но сейчас ничего. Сейчас вот сюда он снимет, на солнце будет видно. Сейчас уже этого надо снимать. А он ниже снимет, будет видно. Коля. А вот это оставлю и снимаю вот внизу, что там есть. Ну что там есть, от бруска до бруска. Я даже вот так, ага, вот так не получится. Ну вот так хотя бы. От бруска, следующий. От бруска до бруска. И тот от бруска до бруска. Капец. Ну, четвертый снимает корпус. Это вот. Четвертый. Тоже. Четыре. Так. Надо дымать. Я иду. Вниз. Кидается чуть. И магазинчики. И магазинчики. Давай не буду тут снимать, ты уже это снимешь. Да, да. Ну, вот. Если честно. Не, сними, покажи, где решетка, где мат. Подними просто. Пускай Ваня поснимает. Литки же только в расплодных, вот. Правильно? Она тут поднялась. Да, да, это нормально. Решетки уже конструируем, сами режем. Два корпуса, решетка и пошли. Вот семья, два корпуса. Да. Два корпуса, рута по 8 грамм. 16 грамм рута. Ну, с весенней поездки я помню. Два корпуса как раз для развития, ну, для семьи, для гнезда самое нормальное. Самое нормальное. Оптимальное. Самое хорошее. Сейчас это дело еще надо собрать еще. Четыре корпуса. О, вопрос, вопрос на засыпку. Как вы отбираете мед? Сдуваете удалить, щетками? Ставим, пчелу удалить или на базе заснимем пчелу удалить. А, заснимем. И если остаются там 10-15 пчел, мы выдуваем еще их дополнительно. Литродувкой? Да, литродувкой. Бензиновым, не электрический. Ага. Бенчик, взвесь один. Сколько имеет? Около 20 есть. Сразу угадал. 8 рано.
По 30 точно килограмма. По 20 точно. Ну, двадцатка по-любому. Ну, Ромка, смотри, сталик. Сейчас поправлю. Капец! Высоко! Так, смотри, 4,20. Да, кстати, 80. Видишь, сколько нас ходим тут. Вон, смотри, ничего нигде не падает. Да, он стоит устойчиво, прицеп, никаких проблем. Настойка. А подними рамку. Нет, только я падал. Подними по печатке. Предусмотреть, надо перилы поставить. Вот, ващина. Ващи. Вот это была ващина поставлена. Это нас отличает от всех, потому что беленькая. Мы сейчас новые рамы все скобами сбиваем. Ага. Сразу видно то, что новые. А все равно приятно работать, да? Пчелы, ну... Тяжело, я же сказал. Не, я имею в виду. Вот представь себе заселить этот бакваста хорошего в эти шестирамочники Фадеева. Я же ему сказал, уже внес предложение. Вместе с Улями продавать и лестницу. Да, если шестирамочки, надо удвоить. Вот такая высота будет. Не, ну у них изначально задача другая, чем шестирамочки. Для пробы рутовских по два корпуса. Угу. Это будет 12 рам. И будем зимовать. Посмотрим, как оно будет развивать. На 12 рам рутовских, я считаю, что семья будет нормальная. Ну, вообще весь сезон уже практически весь отработан. Ну да, да, но я имею в виду, что дальше будем ставить на него. Нет, ты имел в виду наше мнение? Да, да. Это очень положительное. Надо... Ну, вслух это не надо говорить. Говорит, что сделали рекламу, он цену поднял. Да? Да. Все очень плохо. Значит, очень плохо. Плохие. Тогда вообще Ули... очень плохо. Не говорите про Ули. Очень плохо, давай еще штук 200. Очень плохо, но по старой цене. Мало взяли, мало взяли. Этим все сказано. Не, очень круто. Во-первых, для увеличения пасеки. Шикарно. Для маток, для зимовки. Ну, сейчас мы поедем домой. Это ты за что сейчас? А что тебе рассказывать? Я не тебе, я мне можно, да людям это уже... Мы сейчас поедем домой, там покажем, лучше один раз увидеть. Ну да, лучше один раз. Ну что, пошел я к Андрюхе привет передавать. Да, да, кстати. Он же видео будет мое смотреть. Слышь, а, кстати, осталась у него одна, этот, Миннесота. Не хочешь показать? Не, не хочу я Миннесота. А покажи, по меду ее тоже. Но там надо будет убегать. Не-не-не, я не хочу. Я вот пошел в Андрюхин шестирамочник смотреть. И этот, иди все равно засними. Иди сюда засними. Одна Миннесота у него осталась. Сейчас иду. Опа! Я же рекламу делаю Фадееву. Шестирамочник хочу посмотреть. Да? Ну, нормально. Отлично, отлично, смотри. Так. Нормально, хорошо. 6 рам все забили. Будет, будет, конечно. Так, вот ну. И есть запасные. Да, запасные матки, отводочки. Ну, кто кому что. Не только матки. Не, конечно, не только матки. Ну, просто... Обозначение в Миннесоте хочешь засыпать? Ну, давай. Вот мы метим Миннесоту. Вот этот крайний вот улей Миннесота, он на 300, один корпус, 4 корпуса битком меда. Вот сейчас поснимаем. Иди на крышке засними обозначение Миннесота. Сзади смотри, что там пишет. Да, я видел. Придурок. Не, может не надо открывать? Вы же одели все маски, сетки вернее. Ты издалека, ты издалека. Не, иногда бывают ненормальные, видишь? Не, ну, мы 4 корпуса принесли. Покажи, подними. Забито все, но... Мед принесли, но агрессивность проявляется. Только вот этот минус. 8 рук. О, смотри. Внизу сними. Так это смотри, еще не хватило. Ну, 4 корпуса. О, все, уже пошло. Смотри. Все, я понял. Спасибо. Спасибо. Мед, мед. Ну, правда там пишет, да? Ну, все, я пошел. Ну что, поехали? Поехали дальше. Это мы приехали на базу, когда мы были весной, здесь только каркас стоял. Сейчас уже стоит вот такое помещение, утепленное, я так понял. Ну, теплый сэндвич, собачки. А здесь, как говорят, когда качали мед, на окна слетала пчела, и они просто сюда ее посадили и дали маточник, вернее матку.
отводочек получился. Так, ладно. Пошли. Вот такой он, а? Крафтер. Все, мы пришли. Вот это ваши медогонки? Да, старые. Это раньше вы ими качали? Да. А теперь что с ними будет? Сейчас так, на запасе будет сидеть. На всякий случай, вдруг. Короче, вот это цех будет теперь. Полноценный. Ага, это ваше новое приобретение. Бестар. Угу. Почему Бестар? Кто делал заказ на Бестар? По цене как бы нас заинтересовало в первую очередь. Во-вторых, 20 рам. Вы уже качали, я так понимаю, вы уже... Да, мы качали, обкатали ее. Супер. Есть пару минусов. Какие, если не секрет? Надо переделать. Давай по-честному. Смотри по кассетам. Только по кассетам и по пружинкам. Больше вопросов так как бы нет. Качает классно. Кассеты, вот они, видишь, гнутся. Внизу вот мы укрепляли, варили их, видишь? А, вы дорабатывали? Да, ломается. Тоненькая проволока ломается на стыках. Именно при обороте, когда обратно поворачивается, вот они ломаются. Ага. Если бы была полностью стандартная рамка, то не ломалась. Бывает такое, что мы рота качаем, и она не идет я до конца. Я понял. Короче, по откачке проблем нету, проблема в кассетах. Только кассеты. Если бы они изменили кассеты и пружинки сюда наверх, для того, чтобы было удобнее мыть их, снимать кассеты, ага, и так далее. Потому что очень тяжело туда до них добираться. На сколько рамок? 20 рамок. 20. Стандарт. Качает супер. Ну, передайте привет компании Бестар. Да, скажите, молодцы. Молодцы. Единственное, по этому, ну, по пускай программе, делает... по программе, ага, мы разобраться не могли, капец. Серьезная программа? Да, тут набирает компьютер, настоящий компьютер, прописывается все. Пока разобрались... Надо попроще. Это капец. Значит, чтобы запрограммировать одну откачку, нужно пройти 30 шагов. Короче, много, ну, а так неплохо. А так супер вообще. Устойчиво стоит. Устойчивость, да, все, да, есть, все, нержавейка, как бы нормально. Вроде бак не жиденький такой, довольно жесткий бак. Все остальное. Накачивается хорошо. Говорю. А столы? Чьи столы? Столы тоже украинские. Тоже украинские? Да. Все. Гуслия. Вот, ага, станок гуслия. Ну, я сниму. Ну, это клин. А клином довольны? Клином довольны? Супер, тоже работает. Рамы были нестандартные, один клин, да, сняли. А так, когда сейчас все стандартные рамы новые как бы сделали. Да, воскотопка гуслия тоже, да? Тоже работает нормально. Ага, клин нормально. Это медок. А, удалители, кстати. Да, вот. А, удалители, мы говорили, что покажете. Удалители работают. Ага, это звездочка. Да. Решетки, и давай сразу решетки. Ну, тут с ударителями понятно. А по работе вы довольны именно звездочкой? Да, отлично работает. Нормально, да? Да, мы довольны. Потому что меня там многие спрашивают, но я говорю, я не пользовался, не могу. Решетки, ерунда. Это польские? Да, это польские решетки, ерунда. Польская ерунда? Сразу скажу, пчела хуже лезет, чем наша молдавская, не такое качество. Она ломается, не то, что это. Но через нее пчела лезет, через эту не так лезет. Никак не пробовали? Никот пробовали, тоже никот тоже есть, то же самое, не лезут. Лезут хорошо через металлические, а металлические... У вас просто пчелы более, наверное. Нет, металлические. Ух. Минус, металлические, смотри, минус какой. Эту решетку ты срываешь ее, так она вся приклеена, да, вот, видишь, она вся гнется, встала на место, да, все. Металлическую так сделано, так и сидит, восьмерка. Ну, если металлическая, надо с ней аккуратно. Да. Еще один момент, вот, заморозил. Потрусил и все это, да, самое, и воск прилетел. Короче, мы были здесь весной, был здесь каркас, правильно? Сейчас уже это тут полностью будет цех, подкочка. А что вот это за помещение? А это подвал. А. Ну как этот молдаванин должен быть нормальный? Винный пол, но я туда не пойду. Да, там еще будет заливать все. Ага. А что за корпуса, чем это обработаны чем-то? Какие? Ну вот это. Это пенотекс. А, пенотекс? Да. Это первый корпус от Андрюхи. Ага, здесь это Андрюхи. Да. Тоже Улья Фадеева. Здесь тоже еще одна комната, тут как склад для меда. Рамочки. Короче, о, можно вопрос? Очень многих интересует цена, ну, по крайней мере, у нас спрашивают. Какая у вас цена вот оптовая на акацию, ну, на сейчас вот? Акация в этом году была 68 лет. А в долларах не можете сказать? В евро это 3,5 евро. 3,5 евро. А розница у вас? Нет, 3,5.
Ну да, где-то 30. А розница какая цена? А розница у нас... 90 лей. 90-100, да. Где-то 5 евро. 5. Где-то 5 евро килограмм. 5 евро килограмм, да? А вот эта тара, я смотрю, ведра, это... Вы не работаете с бочками, в основном с такой тарой. Нет, дальше все работаем с бочками, сейчас будем откачивать бочки. Надоело переливать с этих ведер. Ну не приезжай с бочками и переливай. А чем это надо делать? Сразу в бочки. Сразу в бочки. Да, будем в бочки. Было сложнее, не было где хранить, не было где с бочками, с ведрами было проще. Перенести куда-то, что-то сложить. Ну цех хороший построили. Да. Большой. Тут, конечно, есть где развернуться, куда что поставить. Да, вот на бусе сразу заезжаешь. Бусом заехал, сразу разгрузил. Ага. Тут и работа есть. Нет. Сразу это все. И сколько людей работает на откачке? Ну, там иди с ними, сразу он и гараж сделал себе классный. Вот сюда. Работают все. Сколько? Если не секрет, сколько сюда денег пошло, чтобы построить вот это? Так, навскидку, навскидку, не будем вдаваться. Больше 30 евро. Чтобы построить такой ангар, надо, больше, короче. Кто захочет строить, короче, пусть нет, готовит деньги. Наши молдавские цены. Может... А кто это пользуется? У вас будет в 2 раза дешевле. У нас? Да, 100%. Может, стройматериалы у вас дешевле. Ага, ну сейчас я тут... Да, ваши украинские пчеловоды жалуются на цены. Воскотопка, да? Нет. А, я знаю, это сам... Воскотопка. Самовар. Это воскотопка. И это гараж. Что, ракета? Когда украинские пчеловоды жалуются на цены, их надо привозить в Молдавию, в магазины, и они сразу будут довольны всем. Не, ну у нас сейчас цена упала в этом году. Сито. Ну, короче, Юрию Михайловичу привет. Да, молодец, с Молдовы. Вы довольны. Бестару привет. Мы заснимем сейчас. Бестару привет, минус только за кассеты. Да, надо было. Вот смотри, разница даже по сравнению с этими кассетами. Только украинские. Проволока на 1 мм толще. Да, она не такая качественная, как там, не нержавейка. Угу. Но никаких, смотри, она жесткая. Видишь? Жесткая. Все, короче, в тех просто нет жесткости. Да, и все. Вот. Если такие кассеты делали, это простая, это металл, да, простой, да. Не нержавейка. Ага. Потому она и жестче. Нержавейка, она изначально. А вот у вас много пчелосемей. Не планируете вы именно там, я не знаю, насосы, что-то в этом роде? Да, смысл. Не? Такой. Это не нужно? Нет, насос, конечно, вещь хорошая, но для насосов уже нужны и отстойники и так далее. Это большие деньги. Мы пока идем на увеличение по воле, по семьям. Ну, пока пчелы все. Это все улаживаем. А когда уже будет готово потихонечку, да, будет. Короче, вы решили не выпендриваться, так сказать, а заняться делом по-нормальному, да, сначала. Да. Если простыми словами, то да. Да, решили не выпендриваться, купили 200 лысоней. Вот этих, вот такие, да? А почему лысонь? Да просто попались. Почему не дерево? Нет, попались ульи за полдаром, что не взять? А, просто так, да, выгодное просто предложение. Да. Весы есть. Купили люди, попробовали, у них не получилось, и они решили избавиться. Ну, а мы сейчас сделали испытание, у нас получилось. Ну все, дай бог. Лютяк. Так что? И крафтер, да? Да.